Например, вас, знаете, почему у вас очень много вопросов именно по административному ресурсу? Скажите, пожалуйста, это до сих пор еще действует ковидное ограничение Красноярского края? Ну, знаете, отменить-то, конечно, можно, только нам эксперты, вирусологи, настоятельно этого делать пока не рекомендуют. Давайте тогда это будет предложение от Гордальченко. Почему? Потому что у нас вот сейчас люди сталкиваются с тем, что администрация не работает в формате открытых дверей, вот именно из-за этих ковидных ограничений. Мешает. Я вам могу сказать на собственном опыте, потому что я руководитель общественной приемной партии ЛДПР, и вот как раз мы работаем в формате открытых дверей, и у нас очень много людей. Это ежедневные вопросы, ежедневные обращения с обидой на то, что Ачинская администрация работает вот как раз так. Знаете, есть такое выражение, что специалисты, к сожалению, не имея прямого контакта с людьми, спрятались за бумажки и не видят их проблем. Поэтому вот так. Я заходил в администрацию, никаких ограничений вывесок даже не увидел по этому поводу. Проходит только по списку. В списке нет, к специалисту не попадешь. До них не дозвониться. Только по записи. Записи-то понятно, что это отдельная процедура, но это должна быть комната, которая работает без всех этих контуров безопасности. Куда человек может прийти, обратиться, дальше документы примут, как Олег Ильич сегодня работает, и дальше уже это будет работать в логике администрации. Но это к ковиду не имеет никакого отношения, поверьте. Я услышал.